Первая стадия, я молюсь, мне в сердце спокойно стало. Можно заканчивать, на весь день хватит. Если ты хочешь судьбу побеждать, и примерно вот для меня по времени это занимает, сердце спокойно стало, для меня занимает где-то 25 минут. Человек концентрированно молится, 25 минут на весь день хватает. Дальше, если он 40 минут молится, то он пробивается в следующий круг жизни, в отношения. Он начинает уже влиять на отношения. У него появляется возможность влиять на ситуацию уже. Если человек полтора часа молится и больше, то он в третий круг жизни проникает, и он может менять, чудо может происходить, он может менять уже ситуацию, вот, ну, вернуть близкого человека, победить болезнь там, и так далее. Более полутора часов концентрированной молитвы. Вы эти вопросы задаете, потому что у вас нет опыта. Когда у вас появится опыт, вы будете понимать, сколько вам надо молиться.